В ауле Кубина состоялось масштабное событие – седьмые абазинские игры. Яркий праздник, куда собрались все абазины, чтобы насладиться общением и поучаствовать в играх. После двухгодичного перерыва, который был связан с пандемией, абазинские игры вновь вернулись. Альбина Курачинова-Кенжева побывала на мероприятии. Мы абазины! Это 15 участников, 11 команд из абазинских аулов Ставрополя, КБР, Москвы, Абхазии. 20 видов состязаний, таких как волейбол, футбол, питанг, дартс, армрестлинг, стрельба из лука, бои подушками, перетягивание каната, воркаут, кроссфит, шашки, прыжки в длину и другие. Объединить народа, база, укреплять дружбу, укреплять свою родословность, не забывать, что мы представляем, мы один из древнейших народов мира, и хочется, чтобы мы сохранили себя как народ благодаря таким мероприятиям, как сегодня проводится. Пусть это спортивная составляющая, пусть это будет культурное мероприятие, и этим самым мы будем двигаться вперед, добиваться больших целей. Значимое событие для всех абазин. Это еще, можно сказать, одна площадка, чтобы увидеться, познакомиться, себя показать. Еще я хочу пожелать удачи всем участникам. Я думаю, что ежегодно будет это самое совершенствоваться. Мы будем это самое все красивее, все содержательнее будем проводить эти мероприятия. Они нас объединяют. Праздник был ознаменован еще и новым рекордом. Исмаил Ниров установил рекорд в становой тяге, подняв 310 килограмм в весовой категории 80 килограмм и попал в книгу рекордов народа Абаза. Все спортсмены проявили себя на высшем уровне. Среди них был и Альберт Кенжев, чемпион страны по армрестлингу. Я принимал участие в весе до 75 килограммов. Соперники очень хорошие. Не было проходных схваток. Все крепкие ребята приехали. Мне понравилось мероприятие в целом. Стоит отметить аромат, который витал в воздухе от баранины на костре, от румяных чаш и лакумов, от вкуснейшей либжи и сочной курочки. Спортсмены, волонтеры, гости и жители были в восторге от сытных блюд. Почти 5000 человек посетило праздник. Все они остались довольны, и никто не остался без внимания. Чашу все дружненько готовят. Мясо, абазинские блюда будут. Дай Бог, чтобы много таких праздников у нас было во всех селениях, чтобы мир на земле был. Все команды продемонстрировали физическую подготовку, подарили зрителям и болельщикам массу эмоций, и этот день останется в памяти как яркое незабываемое событие. С опережением в 12 очков победила команда Кубины. Серебро у Эльбургана, а бронза у ПСЖ. Завершились игры награждением и ярким фейерверком. Не успел закончиться праздник, как абазины уже в предвкушении следующих 8 игр и фестиваля. Альбина Курачинова-Кенжева, Фатима Хунова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Кубина.